В нашей национальной гвардии в среднем проходит службу где-то в пределах 2000 женщин. 2000 женщин. Более 1500 они проходят на должностях наших военных, то есть офицеры, в военном случае по контракту, то есть те, кто носит погоны. Это в пределах 500, это служащие гражданские. Они вносят свой весомый вклад вместе с нами в обеспечение национальной безопасности страны. Вот. Ну, естественно, мы женщин всегда поощряем, поддерживаем. В первую очередь мы относимся и поддерживаем женщин многодетные семьи. Многодетных семей у нас где-то насчитывается в войсках в пределах 526 семей. Я хотел бы с радостью отметить, что только вот за эти годы, буквально за два года, мы более 300 многодетных семей обеспечили квартирами. Вот, Кроме этого, оставшиеся военнослужащие женщины, вы знаете, мы получаем за подъем жилья. Вот эти деньги у нас, мы сейчас открывали счета в жилстройбанке, они аккумулируются там. Я надеюсь, что уже вот в этом году и на следующий год проблема обеспечения жильем военнослужащих женщин Национальной гвардии, многодетных, мы этот вопрос будем решать в обязательном порядке. Кроме этого, мы поддерживаем семьи наших военнослужащих тем, что проводим соответствующие вечера чествования. Вопросы морального и материального стимулирования на местах тоже решаются нашими командирами. Кроме этого, значит, военнослужащие женщины, у которых дети пожелали стать военными, мы даем на льготных условиях поступления в военный институт город Петропавловск. Кроме этого, мы отправляем их детей учиться в Россию, в Турцию, где они проходят тоже там обучение, чисто вот так на льготных условиях. То есть мы стараемся создавать вот такие хорошие условия для наших военнослужащих женщин, самое главное, будущее для их детей. Кроме этого, в активном взаимодействии с местными исполнительными органами, акиматами, мы, через них получаем путевки на льготных условиях. Это, так называемые детские лагеря. Кроме этого, мы, стараемся, активное участие, поддерживать и проводить такие конкурсы, как «Лучшая семья» в военнослужащих при поддержке местных исполнительных органов, где тоже поощряется. То есть проводится комплекс мероприятий для того, чтобы о наших девчатах не забывать. То есть мы поздравляем их не только 8 марта, а в течение всего года.